Ну что, привет, народ, доброе утро всем. Ну, опять вам хочу показать, что я приготовил своему сыночку. Но начнем с чего. Я пожарил, короче, сделал ему буррито. В буррито пожарил картошечку, морковочку, сердилей и турки, короче, мясо такое сделан, органик. И все это перемешал, и поставил в буррито. Потом порезал ему яблочки, витаминчики. Здесь такой рис, такой с сахарочком. А это снэк. Это снэк ему с чаклом поставили. Потом, что я сделал? А буррито мы сделали вот так. Взяли вот такие лепешечки, поставили ему лепешечки, пожарили лепешечки. Потом вот такое мы сделали блюдо, вот такое вот, картошечка жареная. И там сердилейчик, морковочка, яичечко. И это все мы замотали в бурриточка. В бурриточка вот такое. И поставили нашему сыночку, красавчику, чтобы ему было приятного аппетита, пожелаем ему. И чтобы учился хорошо. Так что всего-всего всем хорошего, приятного аппетита сыночку и вам, дорогие мои зрители. И всем пока-пока, хорошего настроения, хорошей всем учебы. Пока!